Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Влад. Так, ну что ж, мы продолжаем играть в Сталкер под прикрытием смерти Клондайк 2.0. Сегодня у нас там какая уже, 11-я вроде бы серия, и, грубо говоря, такой же апогей мода. Подходим к апогею именно модификации, уже мы на пороге Урадара. А перед нами легионы Монолита. Грубо говоря, уже такой, знаете, близится такая концовочка и... Итог модификации. И в данный момент, я думаю, стоит немножко поговорить о модификации в общем, чтобы вы понимали и как бы, чтобы ваше мнение не совсем испортилось о моде, потому что многим он не нравится, откровенно говоря, тупо своей квестовой линией, потому что она как бы не очень. И я хочу сказать такую вещь, ребят. Лучше доп-квесты в этой модификации вообще не трогать. Они просто паршивые и неинтересные. Что касаемо основной сюжетной линии, в принципе, она, конечно, слабенькая, но вот в данный момент, при переходе на радар, то есть вот при последних уже частях модификации, она становится более-менее хорошей. И вот сейчас у нас стоит такой выбор. Ну, точнее, он стоял, я уже принял решение, и сейчас вы о нем узнаете. У модификации есть две концовки. То есть понятно, что найти клондайк артефактов — это основная задача, которая будет в любом случае. То есть вы в любом случае найдете его, только какими способами. Первый способ у нас, который я не буду брать. Это способ, он более правильный. Если у вас есть много свободного времени, если вы, скажем так, любите побегать, то значит, что вы делаете? При переходе на радар вы не базарите ни с кем из лидеров свободы или долга. Вы просто собираете через... Открываете окошечко навыков, нажимаете там «Собрать предметы» и собираете монолитовский костюм «Маяк». По-моему, так он называется. Собирается он очень просто и не особо затратно. И все вещи, которые нужны для его сборки, их даже не нужно искать. Они просто покупаемы у парня на Ниагропром, у майора, по-моему, военных. И... у бармена. После сборки этого костюма, скажем так, вы под прикрытием, то есть у вас есть документы, которые нам дал Сахаров, помните, нам дал Сахаров документы научного сотрудника специального, у вас есть костюм монолита, и вы, грубо говоря, под прикрытием проникаете в монолит без всяких выстрелов, месива, и просто с ними базарите, выполняете для них квесты, после чего вас пропускают к парню по имени Глок, который здесь, собственно говоря, главная ключевая единица. Вы узнаете все там премудрости зоны, которые вам нужно было узнать про Клондайк, про срыв операции, про то, что как вообще упал этот вертолет с экспедицией. Там Глок вам рассказывает о том, что пилот этого вертолета был подкуплен, он работал на Глока, и там много всякой интересной информации вы получаете. И, грубо говоря, более логический конец. Но это был бы не мой канал, если бы я не прошел по другим путем. Знаете, что меня оттолкнуло от того прохождения? Что мне придется сейчас все выкинуть, то есть все нажитое мной, потому что костюм маяк ни хера в себе не может ничего переносить. Мне придется все свои пушки скинуть, оставить один ствол и вот это вот идти там что-то базарить с кем-то, работать на монолит. Нет, 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 это не для нашего канала, ребят. Есть второй путь. Называется он «Выбиваем, мать его, информацию из трупов погибших монолитовцев». И сейчас мы этим и займемся. Грубо говоря, мы сейчас берем свой экзоскелет, до хера стволов, патронов, аптечек, просто по ту сторону от баррикад радара уничтожаем все там полсотни монолита, размазываем их по стенке, выбиваем из них нужную нам информацию, размазываем Глока, выбиваем из них нужную информацию. Короче говоря, просто всех размазываем к чертям, узнаем, где находится клондайк артефактов, сворачиваемся и улетаем из зоны. Вот так вот мы сейчас с вами поступим. Просто всех к хренам уничтожим. Ну что ж, понеслась чё, а? Мы в полном затаре, не знаю, нужен мне этот костюм, теперь нахер он только карман тащит по жесткому, причем костюм монолита, он вообще не пашет, то есть я сначала думал его использовать, типа, чтобы пройти, но оказалось, что нужно собирать именно вот этот костюмчик, вот этот, точнее, комбинезон маяк монолитовский, чтобы выполнить этот квест, так что просто в жопу, в задницу пусть здесь валяется, может кому-то понадобится, подберется. Тихо-тихо, вы слышите? Слышите? Этот ветер перемен, битвы, ветер битвы. А, нет, сука, я забыл закрыть окно. Сейчас, ребят. О.
Все, все, а то, блин, в ухо дует. Я сначала думал, что это ветер, короче, войны, типа, побоище, но оказалось хер там. Я просто забыл закрыть окно у себя в комнате. Ладно, все, понеслась, ребят. Там полсотни трупа. О, здорово, братишка. Твою мать, опять нервы. Что ж я так люблю стрелять пустыми патронами? А он стоит такой, стоит, смотрите, какой хороший. Монолюга. Саечка, за испуг, ублюдок. Падла, не умер! Вдогонку, сразу второй. Все, 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 баротка, баротка своя сработала. Первого экзика снесли. Давай, давай, расскажи мне, мы... Так, ну блин, ну дубль два, хрен с ними, окей. Нас вынесли, просто взяли за ножки, за яички, вынесли к чертям. Да что такое? Второй раз забываю про патроны. Ну зачем патроны в барете? Там настолько сильная выхлопная зона, что он должен просто убивать воздухом. Что, неужели? Ё-моё, это впервые, ребят. Я убил этого придурка, не знаю, с какого раза уже я это записываю, но я снес его с первого выстрела. Это было, кстати, нереально. Он умирал обычно с 5-6 патронов. Чёртов засранец. Бронированный. Ребят, вы где? Ну, ну, ребят, ну вечеринка же, ну. Соберитесь. Хэллоуин. Сейчас, сейчас, сейчас будет веселье. Так, сейф дали, все. Валлах Акбар! Что это за фон был? Что за фанера? Тихо, вижу тело. Видел, точнее. Стоит такой, типа, пацаны, все нормально, пост чистый. Умри, враг. Ух ты, мать твою, умри, враг монолита. Нас сыпанули, ребят. Пожескачу сыпанули. Какая нахрен граната, чувак? Я полудохлый. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да лол! Хватит уже. Цыц. Отставить. Аптечки, аптечки, аптечки. Прошу помощи, Хью. Ух ты, ёб твою мать. Бежать, бежать, бежать к роликам. Прыжки. Говна, кусок, сдохни. Пацаны, пацаны, я за мир, я за мир. Ой, случайно цепанул. Это было... Ну а как... Ёб твою мать, гренадиры сраные. Дубль три, это мы только КПП проходим, ребят. Я чувствую, будет плотная, плотная каточка будет. Ну ладно, сейчас запотеем. Сейчас все вы нормально будет. О-о-о-о-о-о-о. Блин, надо было достать аптечки с этого. Аптечки лежат у нас в этом. В контейнере. Да, 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 да. Конечно, конечно, братишка. Все для тебя. Все для тебя. Рассветы и туманы для тебя, твою мать. Так, так, так. Достань, достань, быстрее, быстрее, аптечки, достань. Так, ну что ж, только что мы посмотрели, как не надо захватывать блокпосты. И вот сейчас, с этого момента все это последнее. У нас больше нету жизни. То есть на одном хелпе, на одном хелсе будем сейчас пробираться в зону, сука. Там все тупо короче, улицы с гранатами. Сейчас полетит просто. Полетит, полетит, закидают говном, ублюдки. Тихо, тихо, товарищи, товарищи, я свой. Я монолит, за монолит. Я не враг монолита. Накажем. Кого? Не надо, брат, не надо. Успокойся. Так. Достать, достать, все. Доставай все аптечки, которые есть у меня в сумках. Так, даешь, даешь сейф. Аптека. Да подожди ты, подожди, распукался здесь. Трендоплет херов. Все, 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 собрались. Тут три смерти просто так, на ровном месте. Это каких-то чепушил. Только первый блокпост, я уже сопли раскидал по асфальту. Че ты там разлегся? Вставай, не ссы, боец. Так, еще 4 цели. Да лол. Да, 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 да. Я прикрываю. Я очень... Вот все, все парни, короче, умирают на изи, кроме вот этого засранца, экзоскелет, сука, жирный. Как поезд пассажирный. Не-не-не, брат, 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 давай, нет, брат, нет, нет, давай без гранат. Гранаты плохо. Блин, да чей блокпост? Я уже вас в спину обошел. Где вы все? Лови гранаты.
Себе оставь, да оставь ты себе гранаты, господи. Раскидался. Есть, есть, цепанул, цепанул. Все, все, ложись, ложись, отдыхай, отдыхай, братишка. Все нормально. Опа, здорово. Сидит такой, знаете. Типа, пацаны, все нормально, все под контролем. Я защищаю позицию. Где? Где этот ублюдок остался последний? А, брат, брат, может аптечку? На, слушай, слушай, на, на, на. Я тебе скину. Забирай. Ну ты чего, соберись. Блять, он умирает или спать лег? Так ручки сложил еще, мило. И гранат нету. Не, а, есть! Че я гоню-то? Валах Акбар! Твою мать! Чуть сам не подорвался, реально. Как смертник-подрывник. А, его унес... А, ёб твою... Чувак, у тебя таз сломан. Отвечаю, сломан таз, потому что... А, либо он бежит. Хер его знает. Это монолит, они всяко могут делать. Они могут и после смерти бегать. Все. Сколько там смертей было? Три, наверное, да? Три смерти на первый блокпост, ребят. Ну, это мастер. И вот сейчас начинает ощущаться уровень сложности. Хотя, кому я обманываю? Было на изи, я просто поддавался. Это было так, ради геймплея, типа, мне тяжело, но... Так, нихерово. Тут затаренные по самые зубы. Вы где скупались? Откуда у вас столько стволов? Вот этот, конечно, тоже сидел. Мальчик-одуванчик. Так, я сейчас, наверное, синие аптечки тоже поставлю. Сразу, вот эти антирады или нет? Вместо этого, вместо хавки. Хавку я сам могу завязать. Не без руки вроде. Пока еще не калеки. Так, у всех винтари, нихера себе. Так вот что наслаживало. Винтаря же заражает сердцевина тяжелая, он пробивает все эти бронированные экзики, как нихер делает. Так, скинь, скинь, это калаш оставь. Выкинуть, выкинуть весь этот хлам. Баретка есть. Так, поставь на F4, да, аптечку. Поставь суроза, вот, все. Так, ну что ж, вот это был первый блокпост, ребят. Вот так вот, да, вот здесь вот так вот очко рвут. Это вам, понимаете, центр зоны, это вам не хухры-мухры. Блин, тут раньше, короче, снайп. Оп. Зараза такой стоит, смотрите, смотрите. Такой стоит. Милашка. Это вообще манлюга был или это был зомбарь? Хер пойми просто. Они просто похожи на один ебальник, знаете, что манлюга, что зомбари, страшные ублюдки просто. Отбитые наглухо. Тут раньше снайпер был, что нету? Все, сдох от старости. А, нет, есть, есть. Тихо, 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 тихо. Был на карте, не гони вафлю. Тихо. Промах. Два промаха. Три промаха. Чертов Нео, видели? Вы видели, как он в такт моей стрельбы, короче, головка так махал. Влево, вправо. Чертов танцор. Зомби-танцор. Ваня-геолог. Вот эти геологи, никогда не любил их. Ужасные люди, просто конченая профессия. Не, на самом деле, конечно, хорошая геология, но не в зоне. В зоне нехер геологам делать. Тут фон, но отсюда точка хорошая. Так я никого не вижу. Или вижу, или нет. Да нихера не вижу. Кого я обманываю? Кого я обманываю? Так, ладно, побегли. А, стоп! Ё-моё, тихо, попал. Ребят, меня пугает этот звук. Это звук пулемета, что ли, был? Или что это за... Лебоденс у него такой. Ты-дын, ты-дын. Хера себе вас жизнь покорежила, ребят. Не, со мной такое было, конечно, один раз. После Нового года. Когда мы 3 дня бухали без запоя. Вот просыпаешься весь в оливье, короче. Вот примерно с таким же лицом опухшим. Тебе еще и в школу надо идти. Ё-моё, 3-й класс. Вот это были годы. Так. Товарищи, по вашей методике, методика монолитовцев, откидай все гранатами, мать его, может поможет. Зараза. Сдохните, враги монолита. Кстати, я не могу поставить баретку вместо пистолета. Охо, все, тут что, нет. Здесь, конечно, берета моя любимая, она хорошая, но... Давай, давай, расскажи. Берета хороша, но не здесь. Здесь, я не знаю, я даже, по-моему, ботинок не пробью. Парня в экзике. Не, ну это лопухи, это даже не интересно. Они как бы сильны, но они мажут по-жесткому. Вот эти парни. Не видно ни черта просто. Вообще как в заднице. Может поспать, дня дождаться. А, он лег, все.
Кстати, я могу послать? У меня есть с собой спальный мешок. Нет, нету, я ж не купил, конечно, я же забыл. Так, открыть все, что там было. Внутри сейчас посмотрим. По-быстрому извлечь. Водка казак, конечно. Что еще нужно зомбарю? Понимаете, водка, она нужна даже после смерти. Просто не знаю. Вещь первой необходимости. Опа! Это нужно. Вдруг выброс накроет, а мы хоп. И говорят, опа. Что за источник Газпрома? Ну-ка. О, здесь душа, душа, душа. А какие статы у души у нас? Восстановление здоровья. Это, блин, это круто. Так вместо чего ее вешать, зараза? Заживление ран. Восстановление здоровья. Так, задницу раны. У меня нет проблем вообще никаких с бинтами. И так ими мажусь просто по вторникам и пятницам и понедельникам. Без особых проблем. А вот с хпшками порой слаживает. Да. Вот если мне будут хпшки регениться, это будет хорошо. Так. Что там дальше? Слушайте, вот первый блокпост был такой потный, а дальше что-то как-то на изи пока что. Я не чувствую. Где уровень сложности? Напряжение. Давайте, чтобы я булки стиснул. Было аж тяжело. Тяжело было. Что-то подобрали. Батарейка, что ли? А, нет. Губу раскатал. Бенгальский огонь. На Новый год. На Новый год у нас теперь есть огонек. Так, я помню эту точку. Вот здесь сейчас запахнет вялым. Пока никого вообще. У нас кто-то палит. Судя по индикатору, у нас кто-то палит. Какая-то зараза. О! Так, смотрим. Да, доставай, доставай, доставай. Что ты? Да. Это уже наши ребята. Вот сейчас начнется опять пот. Ой, смачная пушка, слушайте. Баретка-то тащит. Где твои товарищи? Где твои друзья? Ты не мог быть один. Вы же там это, секта, как вы, мы едины, мы непобедимы, монолит. А-а-а. Нет? Нет? А, во-во-во, тихо. Тихо. Пока я вижу его головушку. Смотрим. Нету. Давай, оп. Опа. Зараза, сменила. Откуда? Зараза, пуля упала. Как у Баретки-то пуля падает? У нее дальность стрельбы 1,5 километра. Слушайте, подождите, почему он шатается? Типа он такой принимает себя в пулю и жрет их что ли лицом или что? Говножуй, чертов. Блин, подожди, что -то... Оп! Твою мать, вы слишком истощены. Ну как бы мне ноги оторвало к херам, я не могу двигаться, и вправду. Четвертая смерть, просто челлендж детектед, понимаете? Считаем количество смертей. Так. Сразу сюда вдогонку, третью, четвертую пулю. А то они с ней, короче, не умирают. Я не знаю, они пули, короче, лицом едят. Хер пойми. Цепанул, но так. Неубедительно. Нихера себе, кстати, вы заметили, как это? Вот эта прокачка последняя наша, которая типа темп увеличила стрельбы. Бартка теперь шмаляет просто как автомат. Да вижу башку, вот зараза. Блин, экзики, короче, просто непробиваемые. Просто непробиваемые. Куда ты заныкался, чувак? Ну куда ты заныкался? Ладно, на пацана, согласен. Чё это я с вами борюсь вдалеке, не по-пацански это. Вот, сейчас. Оп, тихо. Давай, у кого больше скорострельность? Сейчас будет граната, отвечаю. Больно? Тихо, ребят, я чуть-чуть капаю. Успел на реакции. Челлендж. Так, сейф, дали 7 патронов. Тихо, ну подожди, брат. Успокойся. Да на, ешь! Блять, у меня было 9 сотен патронов, уже осталось 500! Ё-моё! До центра зоны нихера не хватит, просто пойдем с пустыми карманами. Вот там прикрываешь. Да сдохни ты уже! Ах ты ёп! На! Он не сдох! Бинты! Аптечка! Враг Монолита! Еще бинты, еще! Еще, у нас тяжелое состояние!
Так, так, стоп, 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 стоп. Ну, ребят, ну подождите, дайте передержу стволы, но я пустой. Не бейте безоружного. Враг монолита должен быть уничтожен. Да не гони, не гони вафлю. Все мы братья, все мы люди. Зараза, задолбал уже. Ох ты, ёп, они нас отбежали, они вон там где-то позади, вот там где-то. Ни хера не видно, просто ни черта. Вижу, 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 парень. Парень, я тебя вижу, я слышу отчетливо тоже. Сейчас подойду, в упор. Давай, давай, где ты, где ты, где ты, где ты, где ты, мой хороший. Раз, минус. Он встал! Он тупо встал! Вы видели? Мать твою! Ни хера себе! Вот это чебуреки могут! Он просто как бы... Сколько? Я всадил 40 патронов в СФНки! Зараза, да помри ты уже! Фу! Так, блокпост номер 2 был такой, да. Конечно, поумирали мы поменьше, но... Тоже такой, знаете, не сахар, не сахар, блин. Какая-то гречка полнейшая. Опа! А у него еще и пушечка моя любимая была, ребят. Он-то с жижкой был. Вот засранец, знает меня чем подкупить. Но нет. Буду с ФНкой, она же прокачана. Вот этот парень меня просто сбесил. Он был, короче, валялся раненым, я его по нему стреляю. Его, походу, парализует каким-то образом, не знаю, на фоне чего вообще. Короче, в жопу его ужалила какая-то оса, и он подскочил. Типа, сейчас, сейчас поговорим. Я просто прилег отдохнуть сейчас, вот немножечко я встану. И он, короче, встал. Патронов очень мало, не знаю, сейчас приходится, походу, собирать, начать собирать патроны, потому что это трындец. У меня, конечно, еще калаш есть, но я так подозреваю, что если ФНК вообще их не пробивает, то калашом может только в носу ковыряться. Он ни хера не сделает этим парням. Так, этих я уже лутал, дальше не полезу, в принципе, насрать. Вышки, походу, пустые, старые нычки не работают, так что идем дальше. Тутти-фрутти... А, стоп. Вдруг что есть. Ни хера не оставлю, заберу все зоны. Ага, вижу. Где? Блин, ну прям по центру, да, там пузырь, ну его нахрен. Бесполезная шняга. Так, нам сейчас куды? Нам прямо. Что это я дорогу, что ли, забыл? Нам же на радар надо отключить выжига. Это глюки или не глюки? Так, это был... подождите, ребят, 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 ребят. 100 на одного, это вообще, это как бы даже не знаю, блин, это не по-китайски. Муляж, 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 муляж! Нашел, нашел, левая, самая левая была настоящая. Ёп, твою мать, цепанула за ляжку! вот она живая, есть, еще одну минусанул. Блядь, сколько там живых-то? Так, пятая смерть. Ну, в принципе, пока идем по плану, не так уж, в принципе, плохо. До радара уже почти дошли, вон тут по прямой осталась живая. Убил, еще одна живая, убил. Зараза, этому лежи, не слабо кусается? Нет, нет, нет. Это будет посложнее, чем убить монолитовцев, ребят. Это нам сейчас, конечно, походу говна-то в рот насуют. Причем пос... И как их решать? Эти ж падлы могут даже запрыгать на стойки. То есть я их даже не вижу. Мне вот это напрягает, потому что ночь такая прям дичайшая. Блин, давайте по аномалиям, ребят, давайте по аномалиям там повзрывайтесь. Твою мать, труба меня подвела. А, ты глянь, вот сучки умные. Они дальше не прутся, ребят. Не-не-не. Муляж. Давайте все в аномалию, все в аномалию. Муляж. 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 Так. Муляж, да господи! Где прародительница ваша? Походу, это она была, но она сдохла. Еще муляж. Ага, вот живая, сдохла еще одна. Ну, потихонечку отстреливание. Я не стал просто с ними бороться прям в лоб, какие-то они слишком ват. Ват, не хотел сказать. Не слишком какие-то злые. Сука. Это просто пушка, это, знаете, зажми, короче, и зажмурь глаза просто, не знаю, кого-нибудь убьете. Оп, тихо. Откуда? Где, 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 где? Не вижу ни хера никого, где? Что? А, бегут. Ой, я сразу пришил нужную, короче, я некрасиво поступил, ладно. Там еще, откуда они там рождаются? Что там за портал такой?
Что здесь за дыра? Откуда они рождаются? Все? Дырку-то закрыли, а то сквозит уже по-жесткому. Охренеть просто. Так. О, блин, теперь не видно парней. Они, походу, услышали стрельбу. Или нет? Блять, не видно ни черта. Ладно. Сейчас разберемся. В упор так в упор. Ага, все, 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 все. Все, заметил. Если голова торчит, убить можно. Да хрен там! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тут есть ребята, которые к нам поближе, как их не заметил. Просто залп только. Это в лес, в лесочек, прям в сосочек. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну давай, давай. Херенная история ты мне расскажешь, чувак. Блюдок. Вижу, все. Сука, пандарены чертовы. Просто скрасился, короче, один в один с этим. С лесочком. Вот, точно, я их теперь буду называть пандаренами. Это не монолит, это не монолит, это, ребята, это пандарены. Просто не знаю. Хранители джунглей. Твою мать! Я ранен! Чувак, в тебя вошло полсотни патронов. Ты не ранен, ты должен был сдохнуть уже. Он еще живой. Искоренить врагов монолита. Куда все? Новое звание, сержант. Опа. Какие звания? Подожди, а кем я был до этого? Если я сейчас стал сержантом, что до этого вообще каким-то лохом был? Я ж майор. Ой, далее петушок меня убивает. С дробика. Ну, он меня с дробика, я его с гробика. Можешь взять себе, устроить вестерн по пафосу? Не, не затащу. Сразу говорю, что я сразу говорю, без всяких обещаний, я с дроболета такие файты не втащу вообще ни в жизнь просто. Это бесполезно. То же самое, что в луже пердеть в одетых штанах. Так, это все скинуть. Вот это, похоже, скоро придется подбирать винторез, потому что патроны уже кончаются. Так, вход на Припять закрыть тоже фанатиками, но сейчас не туда. Нам сейчас надо пробираться дольше. Патронов все, 142, и дальше придет калаш, который вообще не... Опа, открыто. Ёп, стоп, там открыто, но тут нету лесть. А, стоп, лестница ж дырочки, точно. Кстати, здесь остался трупак ученого, который здесь раньше был, или нет? Или эти квесты все, сгинули? Нет, здесь никакой группы ученых нету. На в этот лес радарный, я не хочу лезть. А всякие гопники, не знаю, твари, собаки. Тут он, блин, из хер откуда просто резаются псевдо-собаки. То, что будет твориться в лесу, я даже не понятия не имею. Там, скорее всего, пауки просто дубинками забьют. Так, что у нас здесь интересного есть? Ух ты, ни хрена себе. Ничего не работает. Установки все заброшены. Я сюда хотел попасть очень давно. То есть, такая тайная комната. Блин. Тут дальше еще интереснее, но тут опять же закрыты двери. Ну и хрен с вами. Хотя бы сюда попал, уже хорошо, хорошо понемножку. Продвигаемся по чуть-чуть. Блин, может пока сменить на этот, на калаш, походить с калашом. Вот тут патронов 1500 нам должно хватить. Просто за глазище. Так. Надо найти инвентарь более-менее целый, с инвентарем ходить. Вообще, ну слушай, не, ну калаш не так уж плох, просто... Надо как-то, короче, получше стрелять, то есть калаш не сможет делать... В одно тело, потому что у него столько нет патронов, и он так не стреляет. Поэтому придется играть более аккуратно. Так. Что за приманка? А, приманка, да. Какие-то оглотки, остатки. Ошметки. Супер Марио продвигается к своей миссии, ребята. Чё за звук? Ёп! Где? Я его не вижу. Вот в чем проблема. Вот все, это кобзда. Я его попросту заметил. Здорово. Где пушка? Окей, окей, пацан. Раз на раз, на пацанах. Давай, просто битва за респект. Просто ты мой, короче, я не знаю. Вот сейчас вот давай, сожми свои яички.
до состояния... А, он нас уже обошел! Тихо, тихо! А где ножик-то? Я что-то не понял, ребята, что это ножик... а ну-ка, давай, давай. Подходи, мой хороший, ты где? Ты бежишь ко мне? Где он? Пупсичек, вот он, вот он, вот он, вот он, заходит. Сейчас, сейчас будет маневр просто. А-ля Пеллегрини. Оп! Давай, 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 руби, руби его! Охренеть! 6 ударов в тело, ему просто похеру, ни хрена себе. Я понял, ребят, он хочет есть. Пожуй свинца. Ой, ой, больно, 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 парня. Все. Не, я, конечно, хотел с ним разобраться, то есть по-красивому убить его с ножа, но, блин. Во-первых, он, короче, бьет вперед, а мне попадает урон сзади. Это вообще бред, конечно, был полнейший. Во-вторых, этот парень выдержал 6 ударов с ножа. Такое, чуть-чуть неадекватно, но ладно. Так, снайпера есть? А хер там, все бухают, походу, я там на какой-нибудь ночлежке, что-нибудь такое. Так, зайдем с этого хода, хотя, конечно, лучше было бы пойти с той стороны, но кто не ищет сложных путей, тот не мы. Блять, кирпичи здесь, короче, тут стоят уже, наверное, года два, никак не достроят эту стенку разрушенную. Сколько, интересно, здесь монолита еще осталось? Потому что мы уже положили, наверное, человек, наверное, 40. Сколько еще у вас тут, уроды? Оп, тайничок. Ага, неюзабельный, спасибо. Супер тайник. Так. Ноль пока что, но на... типа на карте двое. Ну это такое, конечно, я понимаю, но он в экзике, я не пробью его. А, нет, не экзик, обычный. О, он аж подлетел, апперкот. Прости, братишка. Но я был круче тебя. Мой кунг-фу сильнее твоего, ты уж прости. Так, скинуть ил для лохов, ил это просто для нелюдей. Только калаш, только хардкор. Тихо. Где моя малышка? Где моя малышка Долли? А, был чувак ближе ко мне. Видели, как он откайтил мои пули в стиле Майкла Джексона задней лунной походкой. Больно. Да заходи ты давай. Ёб твою мать. Тихо. Бада... Охренеть, он просто меня пришил, пригвозил. Какая там уже смерть, наверное, 8-я или 7-я, я уже сбился, честно говоря. Может, кто-то все-таки считает из моих подписчиков, я буду очень рад услышать в конце просто конкретную цифру. Там, 45 или 96. Просто в чем прикол, короче, эти ребята все-таки додумались, вырубили эти все свои фонари, и их сначала как бы сейчас не видно, а как только бахнешь один разочек, все. Типа, вот они мы, подснежники. Один парень был где-то вот здесь, в каморке. Который обошел меня сзади. Зараза, у меня уже палит. Тут же две каморки, а центральная, в которую мы сейчас хотели зайти, есть какая-то еще справа. Да-да-да-да-да, надо ее, короче, порешать, эту вафлю. Ой, тихо, у него винтарь, это плохо. Вижу тушку. Куда ты? А, там подземка какая-то, он у него уходит и заходит обратно. Тублюдок. О, нихера себе тут спуск. Прыжок, прыжок веры. Сохранились. Where is my fucking... А, фраг. Так. Ну-ка, ну-ка. Я, интересно, я пришил его? Нет, я, скорее всего, не пришил его, потому что ну, это было бы слишком легко. Где ты мой... Не, ну это, конечно, слышишь, это удар ниже пояса, чувак. Это вообще, это просто, это... В такую крысу зайти. Все, сдох. Ну, блин. Это, конечно, такое. Пипец, слушайте, типа самый... О, Геркулеса подвез, это хорошо. Так, перезарядочка тут. И я дал сейф! Фу. Прыжок, мастер! Есть, пересохранились. Так, калаш бери. Калашик. Где этот ублюдок?
который нас только что пришитил. Порешал, который нас. Ну-ка, где-то ищу. Не нашел. Так, ладно, к чертам это. Хотя нет, ну нет, я не могу просто зайти в СИСО и отключить выжигатель. Это будет не. Хотя, может, на обратном пути всех цепануть. Наверное, так и сделано, ребят. Сейчас мы. Так, стоп, где нужный мне поезд? Где поезд со входом к выжигателю? Блин, я уже забыл к чертям. Сейчас будем искать. Ладно, значит, придется всех убивать. Я хотел, типа, на обратном пути их порешать, но раз я не смог найти. Слушай, вот такое, пацан, ты с нычки не смог меня пришить. Какое ж ты днище. В спину не смог убить. Ой, лошара. Лошарик. Так. Это уже трупы. Еще. Люди. Где, кто? Сигнал есть, людей не вижу. Двое. Где-то парочка, сладенькая парочка. Бонни и Клайд, где вы? Так, вижу. Пошел залп, трассеры. Блять, в сталкер бы вернули бы пару трассеров, было бы куда проще. Заходи. Заходи в хату. В хате всегда проще. Так. Опа. Откуда залп? Не, я вижу, что по диагонали, но я его не вижу. Экзик не пробивается, зараза, с калаша вообще никак. Что за жесть? Я сейчас сам тебя войду, обойду, он тут. Интересно, как он сейчас дом обойдет? Тут нет второго хода, чувак. Ой, враг монолита. Граната. Дали сейф. Зараза, крышу ломает. Давай. Чувак, ты, главное, обойди. Ой, не обошел. Хотел обойти, не обошел. Надо было еще на один круг идти, пацан. Не дошел ты немножко, не доработал ногами. Так. Смотрим. О, тут серьезно. Нихера себе, да у него затар лучше у меня, блин. Тоже джишка. Так, осталось одно тело, судя по карте, одно тело. Ищем. Где этот ублюдок остался последний? Так, он исчез, значит, он где-то в этой стороне. Ну-ка. Где ты? Я, блин, бегаю даже с фонарем для тебя, чувак, что меня нашел. Ага. Вижу. Не, ну как, точнее, вижу только на карте, так что я тебя пока что не вижу, но это мелочи. Сейчас доберемся. Сразу! Он не сдох! Блин, он сейчас мне еще порешает. Битва за респект будет просрана. Не, ну мы с ним на разных уровнях просто были. Он был повыше меня, поэтому. Это нечестно. И куда он сбежал? Вот засранец. Он меняет тоже позицию. Нехороший человек. Куда он смылся? По мосту, что ли, сбежал? Нет. А, этого я пришил. Все-таки я его пришил. Говностволы какие-то остался. Вижу. Еще один вижу на карте. Стоп. На карте вижу, перед собой не вижу. Или нет, или вижу. Где? Да ёп. Ладно, подойду в упор. Так и быть. Атака сверху. Тихо, где он? О, это тоже босс. В крутом костюме из метро. Я ранен. Так. Блин, может это все-таки подобрать винторез? Не, этот поломан. Я, наверное, патроны начну собирать сейчас с винтореза. Чтобы когда настал крайний случай, у меня были патроны. Все, двор чистый, ребят. Сколько там подсчет? Наверное, человек 50 точно слили? В одно рыло просто раскатали. У меня только сейчас вопрос. Что там у нас за мод был? В чем смысл мода? Спасти экспедицию? Найти Клондайк? Да? Я не помню уже на самом деле, поэтому... Поэтому я говорю, лучше играйте по нормальной концовке, не как я, дурачиться вот это вот. В одно рыло всех убивать, но... Что поделать? Я вот такой, безбашенный. Ладно. Где вход? Где вход в эту педантную вышку, выжигающую мозги? Я уже не помню, я помню, что там был заход с этого, с какого-то из поездов. Вот он. Все, заходим. Патронов еще дохренища. По самому не хочу, хоть жопа ешь, так что нормально.
Там даже подсобирали немножко на ФНочку, да, 150. Но для нее это так, конечно, на 3 секунды плюнуть. Так. Ой, ой, старый добрый зал. Господи, как я здесь давно не был. Ладненько. Уже есть, есть здесь какие-то люди, есть монолитовцы, они уже подготовились, типа. Не все силы отправили на защиту внешнего двора. О! Я так для красоты сделал фейерверк, шоу, все дела там. Так, чисто, пусто. Двери чисто. Чисто, пролеты чистые, открыто. Смотрим лево-право. Трупак уже сгнивший просто в хламину. Ладно, хрен с тобой. Кстати, здесь нет огня, ребят. В прошлый раз здесь что-то горело, а сейчас уже все убрали. Аномалия исчезла, испарилась. Опа! Никита Циник, ученый. Что за глюки, не понял? Вот сейчас не понял, ты кто? Ясно. Никто, просто глюки. Меня опять, походу, глючит, я не знаю, что там объелся. Какого года? Зараза, 75-го года, консервы, у него... Они, короче, просроченные. Ну, мне говорил этот Игорек, типа, не ешь ты просроченные консервы, тебя от них плющит по-жесткому. Ученые мерещатся всякие там наемники в лабораториях. Вот, блин, не послушался, видите? Как нас штырит там, не по-жесткому просто. Не по-детски. Тайники, блин, нет. Это отсутствие тайников просто бесит уже. Задница горит просто, как вулкан в Везувии. Так, ну-ка. Лево-право, лево-право. Блин, даже здесь убрали тайнички. Жесть, просто все пусто. Все вынесли, заразы. Три человека. Три человека. Ну это так, это детский садик. Три человека это для разминки, так считай, размяться. Документация, может, какая-то есть, что-нибудь есть интересное, хоть что-то осталось. Да хер там все вынесли, просто подчистую. Воры! Так, стоп. Нам же ведь не сюда нужно. Я прав, мы сейчас с другой стороны этого. Да-да-да-да-да. Нам не сюды. Чтобы попасть к выжигателю, надо пройти, я помню, между какими-то стоечками. Так, 4 человека стало. Подождите, подождите, я запутался, нет. Ноуп. А, все, нашел, все. Я иду, ребят, я иду. Сейчас будет радость и веселье для всех. Я веселый молочник. Ага, отлично. Не знаю. Но если предположим, что этот делала фирма Теле2, то у них пин-код 4-0. На, конечно. Ух ты, что это у кого в животе заворчало у меня? Справа. Чисто. Слева опять. Да что за... Ты опять тоже циник? Даня, пузырь. Еще на нас что-то ствол наводит. Блин, я сейчас его пришил, если бы он в меня бахнул. Блин, ну где? Я уже скучаю, ребят, где? Где эти отбитые, просто отмороженные ребята? С автоматиками. Монолитовцы которые, где они? Ну где же мои друзьяшки? Ну, товарищи, что за херня? Где охрана? Я уже почти добрался. Так неинтересно. Еще какие-то люди. Откуда вы здесь? Что за глюки? Так. Основной зал. Опять же никого нету. What the fuck? What the fuck? Я немножко не догоняю. Где соперники? Кого сносить? Кого уничтожать? Так, господи. Чё за бредотня? Не нравится мне такое. Хоть здесь кто-то есть? Охрана? А, нет, еще один какой-то ученый. Эти ученые забрали всех ребят. Они поубивали всех монолитовцев, представляете? Они отобрали у нас игрушки. Какого хрена? Чувак, за что? Что я тебе сделал? Вообще молчаливо, как тебя зовут хотя бы? Богдан, врач. Так, где? Все, отключил. Я вроде нажал, ребят. И что? Что произошло? Что произошло-то, елки-палки? Я отключил, как бы, я не знаю, может, что-то забагало. Давайте переиграем. Так, вот сейчас мы подходим уверенно. Нажали.
Как бы мы, походу, его выключили, все. Финиту ля комедия, только что, ничего не происходит-то? Он как работает, так и работает. Дверь тоже закрыта, что теперь делать-то? Что за скукотень-то? Ну-ка, дверь. Пароли я тоже не знаю. Какого хрена? Так, ну лады, отключили, отключили. Значит, надо выбираться. Теперь путь на Припять, получается, у нас открыт. Мы можем со спокойной совестью сейчас трендовать на Припять. И все. Так что давайте увидимся уже, наверное, у перекрестка на Припять. Так, ребят, ну что ж, продолжаем играть на самом деле. Это... Слава богу, что я нажал кнопочку Пи. Вот эту вот замечательную кнопочку. И прочитал название квеста. Прорыв. Искоренить всех сотрудников лаборатории Выжигателя. Вы приколите? Если бы я это не прочел, я бы просто охренел. Оказывается, вот этих вот петушков, их нужно всех убить. Это какие-то призраки или работники Глока, хер его знает. Короче, их нужно убить, иначе квест не сработает. Пока, ублюдок. Охренеть просто. Я не знаю вообще, что это за квестотня пошла. То квесты нормально, то квесты дерьмовые. Я не знаю, это жесть. Оказывается, этих петушков ученых нужно было убить, иначе квест не срабатывает. Я думаю, что за херня? Почему? Так, блин. Надо сначала вернуться, наверное, к первому тому. А то вдруг, короче говоря, сейчас не сработал наш... Или мы уже отрубили выжигатель, хер его знает. Сейчас проверим. Сейчас мы пришьем, короче, первого. Потом вернемся к установочке, к этой выжигателю. И посмотрим, сработал ли квест или нет. Потому что это трындец. Искоренить всех работников. Смотрю, эти петушки стоят и стоят. Что они здесь делают, что они здесь забыли? Хрен-те его знает, но... Сейчас мы этих ученых-то пригреем. Чего, не хуже монолита, что ли? Монолит весь умер, ученые тоже все умрут. Так, а где выход-то? Выход, выход, выход. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Так, сюда. Блин, трындец бегать. Слава богу, у меня напитков и герычи до хера. Так, где последний оставшийся петушок? Ну и где он? О! Конвульсия у него тут предсмертно стреляет в пол, еще засранец. Ты что портишь, а? Не казенный саркофаг, а ты его ломаешь. Так, сейф дали, теперь нужно убить оставшихся двух петушков. Знал бы сразу, блин, было все проще. Но это ж, не знаю, просто написали гениальный квест. Так бы и написали, убить всех чертям. Вот просто написали бы по-русски. Убить всех нахер, к ёб твоей матери просто. Вот как-то так. Я бы тогда понял, что надо убить всех. А так, искоренить всех, типа там, сотрудников саркофага. Ну, хрен его знает. Но я думал, мешает только монолит. Кто ж знал, что ученые тоже мешают? Так, стоп, где вход, выход, я уже забыл. А, все, вот она. Вот он, пролет. Будем прыгать. Че, мы не пацаны, что ли? Вот так вот. Вот так вот. Вот, вот. Вот это спуск, понимаю, пацанский. Так. Пацаны, я иду. Скуби-ду-би-ду. А, этот уже лежит. Я уж испугался. Покончил же самоубийством. Где еще? Где еще эти двое сладеньких парня? Ага, я слышу шаги, слышу шаги. Идет ко мне навстречу. Хорош! Хорош, красавчик просто, зелененький, ты просто ботаноид. Так, пушку за пушку, спасибо, патроны, патроны, все, снаряжаем нашу ФНочку. Там уже 200 патронов, уже все прекрасно. Я немножко пересрался, но это ладно. Окей, так, что там? Прорыв, поговорить с командиром отряда поддержки. Что за отряд поддержки, с кем нужно говорить? Опять же, никаких квестов, ничего нету. Сейчас я проверю еще раз выжигатель мозгов. Мостов, хотел сказать. Выжигатель мостов. Он сжигает мосты между чувствами людей. Так. Не сюда. Дальше, нам дальше, нам дальше, нам дальше. Следующих два пролета. Какого хрена это было вообще так задумано? Это настолько глупо, что, не знаю, разрывает голову в хлам. Они были нейтральные. Здесь, если бы они были сразу врагами, то базару нет. Я бы всех пришил, но... Ёб вашу мать, что за бред? Ладно, порешали, у нас здесь ничего не работает. Все, значит, мы все-таки отрубили, все, окей. Значит, теперь точно увидимся с вами, ребят, уже на перекресточке перед Припятью. Так, ну что ж, продолжаем играть, ребят, продолжаем. Тихо. Кого, 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 кого там ложат? Тихо, тихо, ребята, ребята, циц. Это наши, наших убивают, уже один труп. Нет, нет, Хьюстон. О-о-о-о-о-о! Прикрываю тебя! Серьезные парни-то прибыли сюда, а? Держать позиции! Долг, долг, братишки, все-таки пришли, не кинули, красавцы! О, у него была СВД-ха? Охренеть, я его даже не чекнул. Это жуть. Пацана была СВД-шка. Больно. Такие в экзиках прям пришли, как же я рад вам, а?
Ух, красавцы. Так, с кем базарить? С того базарить? Нет? Может, с того базарить? Иди с командиром, говори. Долг! О, вот это мощь, вот это сила. Сейчас мы всех вынесем. Ты? По всем вопросам. Ну, ты слишком командир, елки-палки. А, все, ты команда. Время дорого, рассказывай. Нет? Гриф, долг, а с кем базарить-то? Подождите. Поговорить с лидером группы поддержки. Кто? Где? Он что, погиб, может? Стоп, это враги. А, все, вон они. А, вы уже типа все? Вы вынесли этот лагерь, который здесь был, и... Че, реально? Капитан Капустянка, вот это я понимаю никнейм. Они, короче, я оставил этих ребят, монолитовцев, помните, типа, на повороте. Потом добить, потом позабавиться, типа, а они всех убили и вынесли. Вот что за нелюди, долг, не люди. Так, ладно, с тобой базарить? Иди с командиром. Нет, с кем тогда говорить, я не пойму. Где командир-то? Стоп, это враги. Это еще враги, я думал, всех убили, а тут еще живчик остался. Ну как живчик, уже горит, тлеет на костре. Ох ты, красиво-то упал, прям в костерчик. Так, ну ствол-то зачем ты подбираешь? Я ведь не подбирал его, ну ё-моё. Так, ну на Припять еще рано, а с кем базарить, я понятия не имею. Может быть, еще командир не подошел к группе поддержки? Где? Кто? С кем говорить-то? Алло. Со всеми вопросами к командиру. Фу, ёб тебя налево, где кто? Там еще люди подходят, поэтому, не знаю, может он погиб? Вот не дай бог, вот это будет реально фейл. Драборез. Ну я вроде не вижу никого, то есть ты лидер, иди может? С командиром говори. Капитан Литвин, окей, давайте по званиям. Капитан... Ну, здорово? Гриф. Вот это, кстати, этого без звания, он как ник идет, и он помечен командирским значком на карте, но почему-то он не базарит, что за петушок? Неужели вашего главаря приложило? Ну ёп налево, ну как так? Ай, да и черт с вами, я сюда соло дошел, вы тут просто убили пару человек, типа думаете крутые? Хер нарыло. И дальше пойдем сами, нам тут надо-то пройти в Припять. Хотя, блин, по квесту, у нас именно по сюжетному квесту. Прорыв, поговорить с командиром отряда поддержки, прорвать оборону Глока на радаре и отключить установку. Все, сделал, с кем базарить. По всем вопросам командиру отряда. Время дорого. Ладно, ладно, все, узнаем потом, может что-то в Припяти есть, хрен с ними, в соло дойдем. Найдем Глока, всех убьем, со всех информацию все выбьем, хрен с вами. Не хотите базарить, так и не базарьте, все. Командир, командир, я не говорю, я сам не знаю русский язык, ну и хрен с тобой. Так, мы в темной Припяти, но тут вообще ни с кем базарить негде. Я думал, может, хоть на Припяти кто-то будет, но хрен там. Поговорить с командиром отряда поддержки. Я не знаю, где он вообще находится, этот парень. Есть выходы на Юпитер, на болото, прям с Припяти. Ладненько, наверное, на этом завершим эту серию, ребят. Вот такая была фановая серия у нас, я не знаю, наверное... Я надеюсь, что большинство из вас понравилось это месиво. Можно было, конечно, пройти более культурно, повыполнять квесты за монолит, все это разрулить, получить нужную информацию, но нет. Нет, 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 еще раз нет. Мы просто взяли до хера патронов, примерно, наверное, 1500 просрали, и убили всех к чертовой матери. И добрались до Припяти. Дальше разберемся, с кем здесь базарить, с кем не базарить, в крайняк, на крайнем случае, не знаю. Найдем сами этого Глока и... Клондайк артефактов тоже найдем сами, если уж так прям все плохо пойдет. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока-пока. Что за аномалия такая красивая?